Thank you.
We'll be right back.
сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств, я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям. Я твердо выступал за самостоятельность, независимость народов, за суверенитет республик, но одновременно и за сохранение союзного государства целостности. События пошли по другому пути. Возобладала линия на расчленение страны и разъединение государства, с чем я не могу согласиться. Считаю нужным высказать свою оценку пройденного с 1985 года пути. Тем более, что на этот счет немало противоречивых, поверхностных и субъективных суждений. Судьба так распорядилась, что когда я оказался во главе государства, уже было ясно, что со страной не ладно. Причина была уже видна. Общество задыхалось в тисках командно-бюрократической системы. Обреченное обслуживать идеологию и нести страшное бремя гонки вооружений, оно на пределе возможно. Свой пост с тревогой, но и с надеждой, с верой в вас, вашу мудрость и силу духа. Мы наследники великой цивилизации, и сейчас от всех нас зависит, чтобы она возродилась.
a star. Talked about how the stars are the eyes of God. I think it's true, don't you? No, I don't. If you had any real balls, you'd jump off that bridge. The same thing happened to Max could happen to me. Nothing's gonna happen to you.
We'll be right back.
We know the future doesn't necessarily proceed along a single course. There ought to be a future we can choose. It's up to us to think.
Thank you.
size to you?